так приобрели себе на компанию вот такую вот косилку. Косилка чудесная. И самое главное, что для понимания ее характеристик достаточно просто разобраться в маркировке. Значит, в маркировке заложено абсолютно все ее потребительские качества и характеристики. Называется она довольно сложно — Вездекос 1000. Что это значит? Что косит она везде, все, и ширина покоса у нее 1 метр. Сейчас попробуем ее на целине. Получится у нас так, как в рекламном ролике, или будут какие-то особенности? Значит, включаем зажигание, открываем бензобак, подсос открываем, подкачиваем топливо, чуть-чуть добавляем оборотов и... Срезал кочку,
ветку зацепил, срезал ветку. Не попадаешь на радиус поворота. Оба, заднюю вот включил и поехал.